мы решили с вами, Вива, мы решили с вами познакомиться. Иди сюда, Жасминка. Это вот Жасминка, сниматься мы не любим. Жасмин, такой хороший вот ребенок. Вот они с Вивой одного возраста. Вот Вива с Музой. А это Жасминка. Жасмин, Лиз, хорош там ходить. Жасмина, ты моя хорошая девочка. Да ты-то, конечно, хорошая. Подожди, Вивундель. Вот, вот это она пошла нюхать. Пошла нюхать. Да? Жасминочка, девочка. Ушки-то подними. Иди, хороший мой. А где наша девочка, да? Жасмина. Умничка моя. Так. А тут пусявишна. Пуська, ты чё? Ты что, ты моя толстая собака? Моя толстая собака? Мы обещали померить одежки. Пусявишна, садись. Ну, как нормальный человек, садись. Что ты прям? Лиз, отойди. Вот. Значит, Пуська. Нам Светлана с Бэмби подарила... Тихо, Пусь, куда пошла? Стой. Нам Светлана с Бэмби подарила замечательные комбинезоны, которые Лиса хочет забрать себе. Лиз, ты в них даже на носу не налезут. Так, Пуська, будем мерить. Будем мерить сейчас красивые наши одежки. Да, голубенькую и желтенькую. Вот голубенький, красивый вот такой у нас. Тихо, ну, что ты делаешь? Вот. Вот, и еще вот такая вот супер жилеточка, вот такая с таким принтом офигенным. Это не надо комбинезон. Вот, Пуська у нас в обновках сейчас, да, Пуська моя, Пуська? Так, вот у нас Пуся. Вот так вот у нас вот такая жилеточка. Спасибо Свете, да, что мы такие модные. Сейчас покажем еще комбинезончики. Да, жилеточка нам уже не сходится. Мы уже мы такие толстые, нам уже худеть надо. Вот, будем гулять. Пусть будем гулять. Ути, мой сладкий. Будет гулять Пуся. Вот, желтый комбезик подошел обалдежно. Да, Пусь? Я скажи, эскимос. Кто эскимос? Пуся эскимос. Вот они мы какие красивые. В военной форме. Пусть тебе идет. Ты как это... Лиз, ну отойди, ну что ты, прям вот ты потом будешь сниматься. Вот, Пуська будет у нас, ты гавкаешь? Жасмина? Ты какая, уже гавкать начала? Вот Пуся у нас, вот такой, блин, Вива, хватит целоваться. Вот такой у нас. Ты же говоришь, да, правильно, скажи мне, меня-то не меряют. Мне ты скажи, не меряю. Давай второй комбинезон не Пуське померим, а Жасминке померим. Девчонки, ну отойдите. Ну что вы прям в кадр лезете? Это какие-то, эти, как их называют, бывает, когда снимают звезд. А эти лезут в кадр, чтобы их тоже увидели. Да, Пуся молодец, Пуся эскимос. Так, а вот этот комбинезон вообще обалдежный. Он Жасминка в нем. Короче говоря, Жасминка очень завидовала Пусе, что мы ее... Даже пошла ее провожать. Что тебе не нравится? Одежда не привыкла, да, ходить в одежде? Привыкай, ты же гламурная собачка. Что падаешь? Вот так вот мы первый раз одели костюм. Вы свидетели великого действия, да? Ну что ты к ней пристала, к малявке? Вот мы такие вот красивые. Что? Все, она обиделась. Ты же сама просила. На попе у нас написано, что у нас на попе написано, вот чего. Не знаю, что написано, но написано прикольно, красиво. Надпись на попе и снежинки. Жасминочка, ты такая хорошая девочка, красивая. Что у тебя? О, мордашка, это самое. Во. Вот так вот мы. Красивая девочка, красивая. Скоро мамку тебе хорошую надо будет тебя наряжать. Ты не приучена. Надо приучать тебя. Да, мой хороший? Жасмина?
Ой, все, не хочу, скажи, я никаких одежд. Не хочу никаких ваших одежд. Дайте мне побегать. Вот Лиса тоже завидует новому костюму. Она решила улечься на нем спать. Лиса, тебе тоже нравится, ты в него не влезешь. О, все, завалилась. Что теперь будешь делать? Ой, ой, ой. Все, сейчас раздену тебя. Так что спасибо большое за костюмчики. Мы тут вот... Что, Жасмина? Что такое? Что за девочка красивая? Умница такая. Короче, мы отъедаемся и начинаем искать мамку. Да, мужичек? Хорошая девочка. Все, у нас тихий час. Остальные в лежанках там дрыхнут. Не знаю, где-то попрятались. Все, скажи всем пока. Скажи всем пока. Жасмина, скажи всем пока. Скажи. Лапка помашу, так скажи. Пока. Пока.